Ты выкладываешься за? Я понял, я ошибся с ногой. И вот. Вань, зачем ты ногу поднимаешь? Давай. Максим, ты пойдешь 2 минуты с ним, 2 минуты с ним,
отдыхаете, да? Потом еще раз у тебя схватка. Три схватки у тебя. С одним и с другим. Шесть в целом, да? Нет, или вот три схватки, но два человека. То есть четыре, то есть два и две не может. Это 4 минуты схватки. У вас будет три схватки. Значит, боретесь, смотрите как. Пассап идет так. Бросок на попу, вал. Бросок на живот, вал. Бросок на колени, руки, ничего. Бросок на бок, 2 балла. Бросок на спину, 4 балла. Бросок на спину, 4 балла, если я остался в стойке, не коснулся рук. Это... И дай чистая победа. То есть чистая победа и 4 балла. Удержание, 4 балла. Болевой, чистая победа. Болевой на ногу, на колено, на тазобедренный сустав, на локтевой. То есть это я вам уже потом покажу. Сейчас, теперь так, если 8-0, 9-1, 10-2, я чисто выиграл. То есть я не преимущество, я победил. Но так как мы должны побороться, поэтому вы просто считаете баллы. Например, счет должен быть там 30 на 5. Старайтесь не проигрывать, то есть чуть-чуть держаться, стараться просто так не проигрываться. Хорошо, да? Значит, мам, туда. А, даже не туда, вот туда. Сашенька, и да, туда. Вы поем здесь не готовитесь, пожалуйста. Можно и сын, потому что он тяжелый. Нет. Он для вас никакой. Тем более у него в субботу были соревнования, он целый день. Понедельник он опять. Поэтому какой смысл вам и с ним бороться? Мы опять так, вы готовы? Я вообще для вас сюда пригласил удушающий мозг, короче, на ногах. А ты сам приводишь? Если можно. Я. Максим, встань с этой стороны. Саша, что будет полезно? А? Ты сядь на стол. Ты считаешь 1 балл, 2 балла, считаешь счет, ты плюс 2. Можно выключить? Вот. Стоп, на парк. Кон? Он пойдет. Берегите ноги. Я считаю на той схватке, да, ты считаешь здесь. Так, 4 балла. Здесь стоп. Бросовки считаются за ковром. Так, а где мой свисток? Вот там нет? Дай мне свисток. Мы боимся, Денис? Он ударился и сам не понимает, как. Ну как локоть выставил. Он прямо стоит под дзюдо. Поэтому он и падает. Правую руку у него и все. Чтобы он не брал сверху. Поставил руку вверх, вот этой рукой, да? Вот держи вот, а лицо опустил. Ныряй, заходи назад, да. Вот. Срывай эту руку. Двумя руками можешь срывать. Срывай двумя. Вот так и держи. Он будет срывать сильно. Возьмешь, отпустит. Держи. Считайте удержание. Как считаете, что это не так ровно, да? Раз, два,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 балла, 11, 12, 15. Ушел. 2 балла до удержания. 12-2. Кстати, держание. Максим, стоп. Стойку. Кстати, удержание. Так, 4, это 16-2. Так, вы заправились. Вы. Саша отдыхает. Да. Там, сюда еще. А, сюда, пошли. Правильно, да. Срывать можно руки двумя руками, срывать самбо можно двумя. Максим, а ты? Максим, стоп! За ковро. Ты Борис, у края ковра. Бросил, не получилось. Как бы раз, вытолкнул его. Правильно. Один балл Максиму. Смотри, стоп! Самбо, если приподнял, время болевого проведения. Это стоишь на ногах, то это стоп. Саша, ты стоп. Стоп. Сам так, такой же билет на сторонний захват. Видишь, он как держит тебе плечо. Ты тоже. Правой рукой за другой захват нужно брать. Правой рукой другой захват. Да, вот плечо прямо вниз. Упрись плечо, а отпускай. Стоп. Не падай, старайся. Стоп. Не считается, зашел за ковер, поэтому два балла не могу дать. Заступил и сделал бросок. Мне неудобно. Неудобно уже. Встали, заправились. Там что? Стоп. Заправился. Заправили. Максимка, заправься ты, блядь. Заправились. Непривычно, да? Надо стоять. Максим, не выходи за ковер. Вот сами здесь на углу. Вот здесь на углу. Денис, ты на этот угол ставь, а Максим на тот угол. Или так. Нет. Денис, на этот угол. То есть они выходят, не выходят так, как подзюдоисты. Вот так. Значит, здесь 16-2. Пожали руки, ушли, сели, отдыхаете. Макс, здесь у вас... 1-0. Как 1-0? 1-0. Пожали руки. Так, Дан. Пожалуйста, Дан и Саша будет. Ты отдыхаешь. Итак, вы готовы? Сейчас, время на секу. Так. Убрать. 4 минуты. Вперед. Пожали руки. Руки пожали. Я прямой захват. Стоп. А, сейчас я стоп. Понял.
Ты что, подпустили так, ладно? Так. Замечание за неведение борьбы. Ой, выдадим их опустить. С листок ты борешься уже, что вы стоите? Попов принял захват. Прима я понял. Все, фейк. Ну, за... Какой за ковер? Ты его на ковер тащишь. Наоборот, потихоньку вместе с ним. Хай, кто это задничек? Ну как? Ну передняя, да задняя. Правильно напинет, фейс задний. Ну под здесь или на мутке. Шандай туда. Ну, красавчик. Трася на тени швей. Таля. А султан дает машину. Чтобы не борются, надо бороться. Тебе уже. Первый. Первый. Тебе замечательный бал ему. А ты получаешь предупреждение. За время. Ты замечание, а ты первое предупреждение. 1-0 ведешь ты. Оля, фэр украли. Я принял захват. Атака. Атака, Лэй. Фэр украли. Чарси, чипот. Мельница сюда. Рука под этот, под мышку. Раз, мельница. Голову под мышку и бросок. Голову. Да, только наоборот надо было. Только борт. Валя, только борт. Заправились. Еще раз, не забывайте. Со счетом 1-0 вкладку выиграл Шедри. Пожали руки. Так, все, следующее выходит. Следующее. Да. Поборись, пожалуйста, начни с Максима, хорошо? Саша, приготовься. Максим, пожалуйста, с той стороны. С той стороны, на край. Еще раз. Посмотри на меня. Посмотри на меня. У тебя 100 килограмм. У них 75, 70 килограмм. 80. То есть 20 килограмм больше. Ты стараешься бороться за счет силы. За счет веса. Поэтому они не очень хотят с тобой бороться. Ты постарайся сначала бороться за счет немножко техники, не за счет того, что ты начнешь их ломать. Никто не хочет падать и ломать. Поэтому они будут, не тяжело будет их заставлять с тобой бороться. Ты должен выйти, взять захват, показать сюда. Ты можешь поменять его со мной, а он с ним. Разница 5 килограмм. Еще раз. Не разница 5 килограмм, а разница в 10 лет. Понимаешь, в чем дело? Макс, послушай меня. Смотрите, Максим, послушай меня. Я 6 лет работал в санатории. И я знаю, какие травмы могут быть, и от кого, и почему. Можно пошли. Стоп! Стоп! Значит так. Денис, ты выигрываешь 8-0. Макс ушел в сторону. Готовы? Все, 8-0 ты выигрываешь. Твоя задача удержать это. Удержать преимущество. Саша, встань и садись на стол, ты судья. Будь внимательным. Денис, замечание. Нет. Ты, во-первых, он держит захват, это я не сказал мате. Но ты что делаешь? Что? Я дал замечание, но я не сказал. Нельзя расслабляться, когда есть захват. Вперед. Да, 10-0. 2 балла. Работала. Денис. Хорошо. За что тебя бросить?